В рамках губернаторской программы и парламентского контроля посетил Нахабинскую школу номер 2, попробовал пищу, которую готовят для наших детей, поел борщ, очень вкусный. Это, конечно, воспоминания из детства, как готовят по правильному рецепту. Съел пышку, подумал сначала половинку, но не удержался, съел всю. Все очень вкусно, чисто, аккуратно, готовят из свежих продуктов. Был удивлен и приятно удивлен то, что продукты привозят каждый день. Это очень круто. Это замечательно. Я действительно, как родитель, как отец маленького мальчика, который пошел в этом году в школу, очень был удивлен, еще раз повторюсь, и счастлив от этого, потому что это очень важно. Сегодня питание, это очень важно для нашего здоровья, для наших детей. Мы будем системно проверять школы и учебные заведения нашего Красногорского округа. Будем в течение месяца посещать по графику.